alaykum, hurmatli tinglovchilar. Ruski yozuv literatura blog fanining navbatdagi darsi. Biz sizlar bilan morfologiya bo'limiga o'tdik. Morfologiya это раздел лингвистики, который изучает части речи. Demak, morfologiya tilshunoslikning bo'limlaridan biri, изучает, o'rgatadi части речи, so'z turkumlarini. Сөз туркумлар бізді самостоятельный, мустақыл и служебный, ёрдамчыларге болынады. Мустақыл сөз туркумлары самостоятельный часть речи – это существительный, прилагательный, глагол, местоимение, числительный и наречие. Олтта. Служебная часть речи – это предлог, союз, частица. Ушта. Нама учен самостоятельный, нама учен служебный части речи болинышны, мен уткен дарса айтып уткендым. Я на бербор так рула утаман. Самостоятельные части речи что-то обозначают. Обозначают, нама надыр англатады. И имеет лексическое значение. Лексик маноги эге буген сузляр. Яни нос. Дыхательная система. Бурун нафас олайдыган юлымыз. То есть, хар бір сөзнің лексик маносыға еге болған сөзлер самостоятельный часть речи экрана. Улар ё предметны, ёки признак, белгіні, действия, харакет, количество сонна берады. Служебная часть речи өз-өзідан айтып келіп чыққанда ёрдамчы сөз түркімлер. Улар ёрдам берады самостоятельный частям речи. Мұстақыл сөз түркімлерге. И междометия алоқыда бүлген часть речи, особая часть речи, не входит ни в одну из групп. Ишкайса группа экрмайды. Чунки на лексик маносы бор, худо самостоятельная часть речи кябы, на служит. Йордамчи вазифасным ишканака не обладает. Баджармайды. Чунинчун особая часть речи. Демак, біз сізлер білян самостоятельная часть речи нден существительный хақыда гяб юрутик. Итак, имя существительное мустақыл сөз түркімлерден бірі, который отвечает на вопрос «кто?», «что?». Ким нама сұрауға жауап беріп, предмет маносына аңлатады. Постоянный – дойми. Айтылып өтілгендек – өзгермайды. Непостоянный – айтылып өтілгендек – өзгерады. Итак, постоянные признаки – это нарицательный – собственный, одушевленный – неодушевленный, род, а также склонение. Непостоянный – это число и падеж. Біз сізлер білен род имен существительныйге яна бір бор тоқталып өтсәк. В русском языке есть три рода. Это мужской род, женский род, а также средний род. Общий род – это такие слова, которые относятся и к мужскому роду, и к женскому. Общий род яна, яни еще на сізлерге хам мужской родке тегішті болишы мүмкін, хам женский родке. Мысалларды бір көрсәтіп өтесілерге яна бір бор. Бұлар сирата, етім, беларучка, опоғайым, умница, ақыли, сладка ешкілік, лакымка, шырынхорлар. Яни бұл сөзлеріні хам сіз оғыл болыген сұбатан айтшыз мүмкін, хам қыз боларге. Масалан, шахноза умница, шахноза ақыли, фирдавс умница, фирдавс ақыли. Яни бұл сөзіні икелі родкем ішлетіліш мүмкін. Амо, кеча айтып өтілгендек, өткен дәрсте, умница фирдавс болса, бұл сөз мужского рода болады. Умница шахноза болса, бұл сөз женского рода. Агердеке шахс анық көрсатылген болса, общий род өзгерады. Өзі род существительный постоянный признаклерге кірады. Дарсымызды дауым етірамыз. Итак, родымыз мужского, женского, хамда среднего рода болишы мүмкін. Мужской родка крады сөзлер с нулевым окончанием, яни ундош харфлерге түгеген болген сөзлер. Мальчик, стол, автобус. Женский родка крады окончание а, хамда я. Средний родка крады окончание о, хамда е. Ва мяге болген сөзлер. Мысалларды көріп өтейін. Демак, женского рода мама, тетя, окончание а, я. Мужского рода нулевое окончание ундош харфке түгеген сөзлер. Фақат кинамын сізді папа, дядя, кіртілген окончание а, я. Амы сіз шындоқкен біліп тұрыптысыз. Папа білен дядя. Еркек кішіген сұбаттан шақсыларге айтылген папа ота, дядя тоға. Средний род окончание о, хамда е, окно, поле. Хамда мяге түгеген сөзлер. Время, имя, знамя, стремя, бремя, племя, время.
Демак, существительные мужского, женского и среднего рода – это постоянный признак. Доими белгилардан бири, чунки род рус тилида имя существительное узгермайды. Стол – хамиша мужского рода. Кошка – хамиша женского рода. Солнце – хамиша среднего рода. Демак, род существительных – это постоянный признак. Доими белгилардан бири. Рус тилида шундай сўзлар борки, параллельно относящиеся и к мужскому роду, и к женскому роду. Параллельно. Булар – спазм мужского рода, спазма женского рода. Георгин – мужского рода, георгина женского рода. Манжет – мужского рода, манжета женского рода. Перифраз. Мужского рода, перифраза женского рода. Просек. Мужского рода, просека женского рода. Хамда клавиш сузы. Клавиш мужского рода, клавиша женского рода. Яна Барбурайта Бутаман. В русском языке есть некоторые слова, которые могут быть параллельно мужского и женского рода. Я не шу сузлер хам мужской, хам женский род тышлятылищем мукун. Запомните. Йодля волей. Дымай. Параллельно мужского и женского рода существительные. Спазм, георгин, манжет, перифраз, просек, хамда, клавиша. Дарсам задоумит рам с хурматли тимдеучилер. Число имен существительных. Бирлик сони, хамда куплик сони. Имена существительные изменяются, яни узгерады. Род существительных – это постоянный, доими белгилардан бири. Чунки бокал – хамиша мужского рода. А число имен существительных изменяется, узгерады. Демак, единственное число – бирлик, множественное число – куплик сони. Этибор беринг, хурматли тинглоучилар. Кот, собака, дерево. Мушук, ит, дарахт. Коты, собаки, деревья. Мушуклар, итлар, дарахтлар. Узбек тилида куплик соннинг кошимчаси лар. Рус тилида ы, и, а, хамда я. Это окончание множественного числа имен существительных. Отларнинг куплик сонининг кошимчалари. Ы, и, а, я. Некоторые существительные имеют форму только единственного числа. Базы бир существительныйлар фақатгина единственное число да ишлатилади. Яни – существительно обозначающееся вещество, материал. Материал номларны берген отлар. Этибор берин. Медь, молоко, нефть, сталь. Яни – медь, молоко, сут. Сутлар деп ишлатилмайды. Шунинг учун сут фақатгина единственное число да ишлатилади. Фақатгина бирлик сонда ishlatilishi mumkin. Sutlar deb aytib bo'linmaydi. Yoki neft. Yana bir so'zni ko'ramiz. Med. Mis. Mislar deb ishlatilmaydi. Shuning uchun faqat единственное число. Только birlik sonida ishlatiladi. Yoki neft so'zi. Neftlar deb ishlatilmaydi. Shuning uchun имеет только форму единственного числа. Faqatgina birlik sonida ishlatiladi. Собирать существительные. Джамлоучи отлар. Ельник, молодежь, студенчество. Молодежь. Йошляр. Йошлярлар деп шляты бумайды. Шунинг учун молодежь только единственное число. Факат бирликте шлятылады. Студенчество. Талабалик. Талабаликлар деп шлятылмайды. Шунинг учун только единственное число. Яни, рус тилида шунака существительна борки, улар факатгина единственное число да ишлатилади. Куплик сони йок.
нет множественного числа. Абстрактные существительные. Мафхум отлар. Беготня. Югрыш. Белизна. Оклик. Доброта. Яхшилик. Беготня. Югрышлар. Деп шлятельмайда. Белизна. Окликлар. Деп шлятельмайда. Доброта. Яхшиликлар. Деп шлятельмайда. Демак. Бу существительныйлар имеют форму только единственное числа. Факат бирлик сонида ишлатилади. Хурматли тинглоучилар, шунга эътибор беринг. Энди некоторые существительные имеют форму только множественного числа. Яъни, баъзи бир отлар фақатгина купликда ишлатилади. Единственное числоси йўқ. Булар. Название парных или сложных предметов. Джуфтли номларнинг сўзлари. Масалан, брюки, шим, джуфтли. Ворота, дарвоза, джуфтли. Дрожжи, клещи, ножницы, кайчи, джуфтли. Очки, сани, плоскогубцы, ва хокозо. Яни, бу существительныйларнинг единственное числоси йўқ. Бирлик сонида ишлатилмайди. Имеет форму только множественного числа. Фақатгина кўпликда ишлатилади. Название некоторых отвлеченных, баъзи бир мафхум отлар, обозначающие действия, харакатни билдириши, игр, ойин, горелки, жмурки, прятки, кулашмачок, бекинмачок, шахматы, шашки. Бу сўзлар, ҳурматли тинглоучилар, фақатгина множественное число да ишлатилади. Бу существительныйларнинг единственное числоси йўқ. Яъни бирликка қайтариб бўлмайди. Обозначение временных промежутках, вақтларни берса, будни. Хурматли тинглоучилар, будни бу душанбадан жумма кунгача бўлган оралиқ вақтни будни деб айтилади. Яъни единственное числоси йўқ. Каникулы, татил. Единственное числоси йўқ, фақат множественное числода ишлатилади. Название массы веществ, баъзи бир моддавий, кимёвий сўзлар. Духи. Hurmatli tinglovchilar, bu so'zni tarjimasini hammalaring bilsalaring kerak. Atir, makaroni, slivki, qaymoq, chernila. Bu so'zlarning единственное числоси йўқ. Bu существительное употребляется только во множественном числе. Takrorlab o'tamiz, hurmatli tinglovchilar. Demak, число имён существительных. Отларнинг сони. Имена существительные изменяются по числам. Сонда узгарады. Единственное число – бирлик, множественное число – куплик. Она тилида – лар кушимчасы, рус тилида – окончание «уй», «и», «а», «я». Мисол – телефон, телефоны, рука, руки, нога, ноги, стул, стулья, стол, столы. Яъни, существительныйлар изменяются узгарады по числам. Сонда узгарады. Аммо, рус тилида шундай сўзлар борки, которые употребляются только в единственном числе. Фақат бирлик сонда ишлатилади. Шундай существительныйлар борки, которые употребляются только во множественном числе. Фақат куплик сонда ишлатилади. Hurmatli tinglovchilar, bu misollarga e'tibor bering. Davom ettiramiz. Существительные мужского рода могут образовать форму множественного числа с окончаниями «ы», «и», «а», «хамда», «я». Яъни, узбек тилида «лар» кўшимчаси. Яъни, мужской род ишлатилиши мумкин, ҳар битта окончанияни ҳам. Hurmatli tinglovchilar, запомни, эслаб қолинг. Яъни, сизнинг тест саволингизга айланиши мумкин бўлган сўзлар запомни, эслаб қолгин деб
ажратилган. Некоторые слова, образующие форму множественного числа, куплик сонида, адрес, адреса, бег, бега, берег, берега, бок, бока, век, века, вексель, векселя, ва хокоза. Хурматли тинглоучилар, запомни, эслаб кол, ятлаб кол. Бу существительнилар имеют окончание а, хамда, я. Давай метрамыц, хурматли тинглоучилар. В русском языке есть такие слова, которые имеют разные формы множественного числа, то есть имеют две формы множественного числа. Rus tilida shunday so'zlar borki, ular ko'pligida ikki xil окончаниyani olishi mumkin. E'tibor bering. Korpus so'zi korpusi deb окончаниyani olgan, hamda korpusa deb окончаниyani olgan. Ammo lekin ikki xil окончание ikki xil leksik ma'noni sizga beradi. Korpus tulovishi, badanning korpusi, tananing korpusi, korpusa zdaniya binoga tegishli bo'lgan korpus. Lageri общественно-политические siyosiy lagerlar, lageria stoyanka bekat nomlari. Mexi kuznitsi в кузнице, темирчи мехи, меха выделенная шкура, тере, образы представления, карашлар, образа иконы, расымларге джойленген образлар болады, ордены, монашеские группы, рухонилар табакалары, ордена, награды, берилген соврен. Demak, hurmatli tinglovchilar, zapomni, eslab qol, yodlab ol. Есть такие существительные, которые имеют разные формы множественного числа. Разные формы множественного числа. Ko'pligi, ammo leksik ma'nosi ham o'zgarib ketyapti. Hurmatli tinglovchilar, uy vazifasi qilib, qolgan so'zlarni ko'rib chiqing. Запомни, хурматли тинглоучилар, эслаб кол, ётлаб ол. Шундайки существительнилар борки, множественное число ясалганда куплиги имеет окончание мягкий знак я, брат, братья, дерево, деревья, друг, друзья, звено, звенья. Давай метрамыз, хурматли тинглоучилар, запомни, эслаб кол, ётлаб ол. Во множественном числе англичан, англичане, гражданин, граждане, россиянин, россияне, северянин, северяне. Хурматли тинглоучилар, существительные мавзусны мустахкамлаб оламыз. Итак, существительные от. Ким нима сурогига жооп берады? Отвечает на вопрос кто, что. И обозначает предмет. Предмет англитады. Существительные могут обозначать этбор берин, хурматли тинглоучилар, не только предмет, конкретные вещи, конкретно арцелярны, стул, тумбочка, молоток, люстра, предметлар. Вещества, моды арцелярны хам бериши мумкун, буюмларны, вода, су, песок, хум, кислота, мука. Явления природы, табиат ходсалары, снег, дождь, хор, янгыр. Признаки, белгины. Яни, бу существительныйлар сфаттан келген. Глубина, чкур, глубокий, чкур, глубина отке айланды. Длинный, узун, длина, узунлик. Чорный, корарань, чернота, коронгулик. Яни, шунай существительный борки, который обозначает признак. Сфаттан келген существительныйлар. Есть такие существительные, которые обозначают действие. Харакеттан келген отлар. Юриш, юрмок, ходьба, ходить, юриш, ходьба.
Бегать, югурмок. Бег, нема, югрыш. Поход, юрыш. Плавание, сузмок, нема, калмок. Фель, плавание, нема, сузыш. Что? Демайк, есть такие существительные, которые обозначают действие. Харакятты берген. Фельдан кеген отларымыз. Людей, инсонларны, рабочий, ищи, доктор, врач, ребенок, бола. Живых существ, три джонзотларды, волк, слон, лиса, буры, тульке, филь. Растения, усымликляр, дуб, укроп, огурец, ландыш, перец. Факты и события, вокаляр, наводнение, сутошкны, пожар, йонгын. Отпуск. Состояние и чувства. Хсхаяджон, холат, печаль, гамлик, страх, курку, веселье, хурсанчилик. Географические названия. Джугрофик номлар. Испания, Крым, Оренбург, Арцка, Термес, Ташкент. Имена. Исмляр. Снежана, Борис, Лермонтов, Джек, Шахноза, Аброр, Шкурло. Демайк. Существительное на факат предмет маносыны верящий мумкун. Ундан ташкары вещества, явления, признаки белги сфаттан келген, действия, харакят фельдан келген. Имена существительные могут быть собственные, атоклы и нарицательные турдош. Собственные кредиген сузларге этибор берин, хурматли тинглоучилар. Олдынги дарсларымызы біз сузларблен бухақты гяп юрутгендик. Имена существительные могут быть одушевленные и неодушевленные. Джонли, хамда, джонсис. Имена существительные ларнинг ушта рода бор. Мужской род нулевое окончание. Женский род окончание а, я. Хамда средний род окончание о, е. Хамда мяга тугаген сузляр. Время, имя, бремя, темя, племя, семя. Большинство существительных имеет форму только единственного числа или только множественного числа. Яни, отларнинг икита сони бор. Бирлик сони, хамда куплик сони. Куплик сонининг окончаниялари а, уй, я, и. Единственное числоның окончаниялари бирлик сонининкин ушта родимиз. Баъзи бир отлар айтып ўтилгандек куплик формас единственное число да ишлатилмайди, бирлик сонда ишлатилмайди. Булар дитвара, суд, темнота, қоронғолик, пламя, аланга. Баъзи бир отлар бирлик сонда ишлатилмайди. Сутки, вақт, ўлчов бирлиги, именины, туғилган кун, Карпаты, географик номлар. Ҳурматли тинглоучилар, имя существительнини hozir biz sizlar bilan ozgina umumlashtirib oldik. Xayr, sog' bo'ling.